Прокуратурой района при рассмотрении обращения выявлено нарушение трудового законодательства, которое определяет порядок и сроки выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Установлено, что в нарушении требований статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации строительное управление 13 допустило образование задолженности по оплате труда перед гражданином в период с 2008 года декабря по март 2019 года в размере 90 701 рубль. 30 мая 2019 года прокурором вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица директора, которое направлено в Сергиевский районный суд для рассмотрения по существу. Настоящее постановление находится сейчас на рассмотрении Сергиевского районного суда. Кроме того, прокуратурой внесено представление об устранении нарушений в адрес директора.